большинство людей думает, что Китай уже почти такой же крутой, как Америка. Ну, действительно, вроде ВВП там 25 триллионов долларов, вроде бы Китай мировая фабрика, Китай все делает, айфоны Китай делает. А вот вы знаете, что чипы для айфонов делают на Тайване. Ну, вы скажете, ну, Тайвань, там тоже китайцы, он там рядом, островочек, Китай его захватить хотел. Чипы там крутые, потому что в айфонах крутые чипы, по-моему, 7 нанометров, маленькие. Чем меньше, тем круче. И тут я вам рассказывал, что станки, которые делают вот эти чипы, делает одна голландская компания, AMSL. Станочек такой стоит 170 миллионов долларов. Самые продвинутые чипы, самые маленькие, вот, по-моему, 5 нанометров, а может быть даже и 7, они делают в вакууме. И там в секунду происходит 50 тысяч операций. Вот знаете, что такое паять? Может быть, вот вы слышали когда-то? Свинец, паяльничек. Не из анекдота паяльничек в заднице у нового русского, а вот паять микросхемку. 50 тысяч операций в секунду в вакууме. И вот чтобы обслуживать этот станочек, всегда из Голландии стоят специалисты рядом. Потому что ни одна собака из китайцев не знает, что с этим делать, если что-то пойдет не так. Там лазеры вот так летают в вакууме. Вот теперь представьте себе, что Китай великий, могучий, захватил Тайвань. И что, завтра Китай будет на Тайване продолжать делать чипы, вот эти маленькие? Да нет. Просто голландцы все собрались и уехали. И даже станки свои бросили. И китайцы не смогут с ними ничего сделать. А теперь самое главное. Самый новый крутой завод по производству самых маленьких чипов строят в Аризоне. Та же самая голландская компания. А, нет, TSMC. Это тайваньская компания, которая делает чипы. Да. Но у них там голландцы и так далее. И американцы сказали, любое количество рабочих виз. Вот сколько надо, привозите. Китайцев, голландцев, кого хотите, никаких проблем. Вы чувствуете? Китай и Америка, кто круче? А теперь самое главное. Вот летит дрон украинский. Кое-куда летит. И бомбочку маленькую несет. А в нем внутри чип. Если чип маленький, он потребляет мало электричества. И очень точный. Он очень быстро думает. Он прилетит очень точно. Очень точно попадет и далеко пролетит. Вы чувствуете, кто в этом мире побеждает? Вы сейчас скажете «слава Украине», а я бы добавил «слава Америке». По-моему, Америка уделала китайцев в ноль.